В интервью с журналистами региональных СМИ премьер-министр региона Абдулмуслимов заявил, что в ходе разговора с директором столичного аэропорта он уточнил, что ежедневно прибывает до 71 рейса. По словам главы Кабмина, развитие туризма в Дагестане стоит на особом контроле главы республики. Он также отметил, что совсем скоро планируется совещание по данной тематике под руководством Сергея Меликова. В рамках встречи пройдет обсуждение вопросов развития туризма в Дубках, размещение локаций, решение проблем и многое другое. Также он добавил, что не исключает по прошествии нескольких лет реализацию существующих госпрограмм. Это станет толчком для хорошей прибыли региона, а также создания новых рабочих мест.